Более 500 военнослужащих Нацгвардии наградили за несение службы в период Экспо. Все они удостоены медалей и грамот. 20 офицерам и солдатам присвоили досрочные звания. После официальной части церемонии выступили творческие коллективы Астаны. По словам военнослужащих, они старались добросовестно нести службу и исполнять свой долг. Отмечу, во время международной выставки за общественным порядком следили более 1500 солдат и офицеров гвардии. Такая задача, как обеспечение безопасности наших гостей по выставке Экспо, это очень большая ответственность. И такая задача вообще впервые в Республике Казахстан, как масштаб этой выставки. Но я считаю, что все возложенные задачи, которые были поставлены перед личным составом бригады, войск Национальной гвардии в целом, все задачи были выполнены на хорошо и отлично. Мы закрыли Экспо без каких-либо нюансов и инцидентов.